Добрый день, дорогие друзья. Тематика, по которой мы сегодня встречаемся, достаточно актуальная, особенно в современном мире, когда у нас возникает очень много проблем, в первую очередь по здоровью, в связи с тем, что есть нарушения и по экологии, есть определенные трудности и по питанию, вот, ну и в целом по образу жизни. Вот. И тематика, которая выносится сегодня, на сегодняшнюю встречу, это продукты пчеловодства как путь к здоровью и долголетию. Современное состояние жизни, в том числе и у нас в Алтайском крае, в целом по Российской Федерации, и продолжительность жизни, конечно, оставляет желать лучшего. Если сравнивать с другими странами, то, например, такая страна, как Япония. Японцы потребляют просто огромное количество продуктов пчеловодства, и у них даже апитерапия признана как государственная медицина, а не просто народная медицина. Ну, в среднем продолжительность жизни у них свыше 80 лет и почти в полтора раза выше, чем у нас в Российской Федерации. И потребление продуктов пчеловодства у них очень и очень высоко. Хотя страна сама небольшая и производит мало продукции, но они закупают. Наша же страна, страна просто огромная и богата всем теми природными данными, которые позволяют получать биологически активные продукты. И вот сегодня как раз хотелось бы маленько осветить все продукты пчеловодства, которые позволяют увеличить продолжительность жизни, позволяют улучшить здоровье нации в целом. От пчеловодства можно получить достаточно много продуктов. Если сравнивать с другими отраслями животноводства, то именно от пчел можно получить очень большое разнообразие. Если быть точнее, то основных это 10 видов продуктов. Ну, в частности, это мед, воск, ну и другие. Если вообще говорить про эти продукты, то даже сами пчеловоды порой не могут назвать весь перечень из этих 10 продуктов. Я вот специально сделал даже остановку, потому как обычно познание заканчивается в первую очередь этими двумя продуктами, ну, большинство еще вспоминает прополис. Но хотя на самом деле, конечно, гораздо больше. Если говорить про обывателей, которые являются просто потребителями продукции, то тоже 90% населения ограничиваются теми же самыми тремя продуктами – мед, воск, прополис. На самом деле, кроме меда, воска и прополис, существуют еще и другие, такие как цветочная пыльца, перга, маточное молочко, пчелиный яд, гомогенат трутневого расплода, забрус и пчелиный подмор. Вот он полный перечень. Ну, хотя даже не полный, есть еще один продукт, который напрямую не относится, то есть они не производятся не пчелами, но связан с пчеловодством очень тесно и получается только благодаря тому, что есть пчеловодство. Это продукт, который называется личинки восковой моли, из которого получают прекрасное лекарственное средство природное. Действие всех этих продуктов, оно очень и очень положительно сказывается на здоровье человека. Ну, несколько слов про каждый из продуктов и для чего он нужен. Ну, в первую очередь, конечно, мед. Мед, я думаю, знаю, что знает каждый с детства. Ну, тут я могу даже похвалиться в некотором роде, что наш Алтайский край является одним из лидеров по производству этого сладкого продукта. Причем Алтайский край славен еще тем, что большое разнообразие брендовых медов, которые можно получить здесь. Ну, в частности, это такие громкие меда, как гречишный мед, наш знаменитый дягилевый мед, который поставлялся еще в царские времена именно ко дворцу императора. Вот. Это меда таежные и меда горные. То есть такое разнообразие даже другие брендовые регионы, ну, поставить просто не могут. Мед, ну, я думаю, что знает каждый и потребляет каждый, но зачастую у нас потребление меда идет далеко неправильно. Обычно начинаем потреблять только тогда, когда уже заболели. Ты простыл, съел и все, побежал уже здоровенький. Нет, конечно, так не бывает. Потребление должно быть постоянным, в небольшой дозировке, но ежедневной. Лучший вариант – это хотя бы два раза, то есть утро-вечер. Мед является прекрасным
энергетическим средством, который очень хорошо подходит для питания таких органов, как головной мозг, сердечная мышца, за счет того, что в нем содержится сахара, моносахара, глюкоза, фруктоза, которые напрямую всасываются в кровь и сразу дают энергетику. Кроме, понятно, энергии, есть там и витамины, и макро-микроэлементы. Воск вообще замечательный продукт, который до сих пор не синтезирован человеком, несмотря на развитие химической промышленности. Есть аналоги, но они до конца не повторяют все те замечательные свойства, которые присущи воску. И воск, соответственно, может применяться вообще он очень широко. Это и химическая промышленность, это и электроника, радиотехника и вплоть до космических кораблей применяется именно воск и не другие продукты. И в медицине также воск тоже может применяться как наполнитель для композиций, как и сам даже может применяться, когда делать, допустим, аппликации при заболеваниях различного рода, суставных болях, и тому подобное. Остальные продукты пчеловодства, которые были озвучены выше, являются вообще биологически активными препаратами, которые могут использоваться как биологически активные добавки в естественном виде, так и как добавки уже в лекарственных формах. В частности, прополис, конечно, он знаменит, его знают действительно тоже давно. Это считается как природный антибиотик и используется он, в основном это лечение различных воспалительных процессов. Причем это настолько интересное вещество, что в отличие от синтетических антибиотиков, к нему, в принципе, привыкания практически нет и использоваться может достаточно широко, в том числе даже в сочетании с синтетическими антибиотиками, когда усиливают их действие. То есть можно снижать даже дозировку назначенных препаратов за счет этого природного антибиотика. Далее, очень замечательным продуктом, который позволяет просто не только давать здоровье, но и омолаживать организм, это, конечно, цветочная пыльца. Это просто кладезь. Значение цветочной пыльцы узнали достаточно давно, и когда-то этот продукт был просто недоступен даже для потребителя, потому как собирали его вручную. Бегали, грубо говоря, с кисточками, сметали со цветочков для того, чтобы получить эту цветочную пыльцу. Сейчас научились получать пчелиную обножку. Обножкой называется так, как приносят пчелы ее на задних ножках в виде комочков. И процесс ее сбора намного облегчился. В связи с этим, конечно же, стоимость этого продукта стала достаточно доступной для потребителя. Это просто кладезь витаминов. Витамины есть всех групп, включая и жирорастворимые, и водорастворимые витамины тоже. При этом потребление цветочной пыльцы позволяет вообще полностью отказаться от синтетических витаминов, тем более неизвестного качества, когда покупают, ждут эффекта, а эффекта нет. Здесь природа, причем все витамины находятся, как правило, в сбалансированном состоянии, что позволяет гармонично влиять на организм человека. Кроме витаминов, цветочная пыльца богата белками. Это чистейший белок, это почти все незаменимые аминокислоты содержатся в цветочной пыльце, поэтому продукт может использоваться и как функциональный тоже для питания спортсменов, особенно при высоких нагрузках. Далее, следующий продукт, который как раз изготавливается из цветочной пыльцы пчелами, это перга. Перга, то есть это цветочная пыльца, упакованная в ячейки, и с которой прошло молочно-кислое брожение для консервации. Продукт во многом схож по своим свойствам и составу со цветочной пыльцой, но кроме того, что пчелы добавляют свои ферменты, во-первых, туда. А во-вторых, при прохождении молочно-кислого брожения разрушаются оболочки пыльцевых зерен. А оболочки пыльцевых зерен, они достаточно сложно растворяются в организме человека, так как содержат клетчатку. То есть содержимое пыльцевых зерен, если потреблять обножку, оно не полностью доходит до человека и, соответственно, много уходит просто транзитом через организм, не получая. При создании перги оболочка пыльцевых зерен разрушается, и все содержимое становится полностью доступным для человека. Поэтому продукт даже более такой, как белково-витаминная добавка, он более полезен даже, чем цветочная пыльца. При этом и цветочная пыльца, и перга имеют достаточно разнообразный состав в связи с тем, что в зависимости от ботанического происхождения
состав пыльцы будет разный. Поэтому тут можно смотреть даже хоть узконаправленно, если есть конкретные показания по каким-то витаминам или по каким-то, допустим, аминокислотам. Ну и, в принципе, можно взять, наоборот, пыльцу с разных растений, тогда получится более широкий спектр, более такой универсальный. Далее, маточное молочко. Есть очень хорошее такое выражение одного из замечательных людей, что если бы человек питался маточным молочком, то он жил бы вечно. Откуда такое выражение? Ну, тут можно прям привести просто пример из жизни семьи, что маточным молочком питается пчелиная матка на протяжении всей жизни. Рабочие пчелы питаются медом и пергой. Пчелы могут прожить максимальный срок их жизни – 1 год, если они не выполняют никакой работы. Пчелиная же матка, выполняя просто колоссальную работу по откладке яиц, из которых развиваются все особи пчелиной семьи, при этом даже порой в разгар яйцекладки бывают ситуации, когда масса отложенных за сутки яиц маткой превышает массу самой матки. То есть это 2-2,5 тысячи яиц за сутки. При этом, благодаря питанию вот этим маточным молочком, она может жить 5-7 лет. То есть в 5-7 раз дольше, чем рабочая пчела, которая не выполняет никакой работы. При этом в составе маточного молочка основные компоненты – это тоже белковые фракции, это гормональные фракции, это макро-микроэлементы, ну и водорастворимые витамины. В принципе, маточное молочко показано, ну, практически всем, особых каких-то противопоказаний нет, и вещество просто прекрасно стимулирует иммунитет и через иммунитет воздействует практически на все органы и ткани человека. Кроме этих продуктов, далее есть еще пчелиный яд, с которым тоже знакомы. Пчелиный яд – это очень серьезный яд. Если говорить про активность, то он в несколько десятков раз активнее, чем яд даже той же гадюки или кобры. Единственное, что спасает человека при пчелиных ужаленных, это то, что количество яда просто маленькое. Поэтому, конечно же, для человека менее опасно. Если впрыснуть такое же количество яда, как от змеи, то у человека даже шансов выжить нет. Но любой яд, который попадает в организм, если он попадает в малых дозах, это лекарство. Ну, в частности, это заболевания тоже различного воспалительного характера, особенно и по нервной системе, и связаны с суставными болями, там, по позвоночнику, ну и другие. Есть композиции на основе пчелиного яда, который выпускается даже промышленностью. Следующий продукт, который можно получить от пчел, это гомогенат трутневого расплода. Это личинки трутней, которые доведены до однородной массы. Причем должны браться именно в стадию запечатывания. Почему? Пчелы – это насекомые с полным циклом развития, то есть они проходят метаморфоз, из личинки получается уже куколка. И в это время, если забираются личинки, то у них очень высокий гормональный статус. Ну и показаний просто очень много по этому препарату. И, ну, в частности, можно привести, допустим, как пример, что очень полезно при лечении там, заболеваний эндокринной системы. Но в отличие от синтетических гормонов, которые применяет человек, здесь действие маленько другое. Этот препарат заставляет работать железы самого человека. Ну, один из самых вкусных продуктов – это забрус. То есть это срезанные восковые крышечки с медовых сотов. Казалось бы, тот же самый воск, однако нет. Пчелы, так как готовят на длительное хранение, то в этот воск, ну, естественно, что когда срезать, попадает мед, в этот воск еще пчелы домешивают цветочную пыльцу и прополис, для того, чтобы не могли проникнуть в мед при хранении болезнетворные микроорганизмы. Поэтому жевание забруса просто волшебно сказывается на, ну, и используется при заболеваниях ротовой полости, верхних дыхательных путей. Ну и еще один из продуктов – это пчелиный подмор. Даже погибшие пчелы являются тоже лекарством, из которых делают и мази, и линименты, и настойки. Состав даже еще до конца не изучен. В состав входит хитозановый комплекс, гепариноподобные вещества. Ну, это просто кладезь и позволяет разжижать кровь, например, позволяет достигать крови до органов и тканей и тем самым оздоравливать организм. Вообще, конечно же, каждый из продуктов достоин отдельного внимания. Это природные вещества, которые позволяют
оставаться здоровыми и жить длительное время. Есть, конечно, небольшие проблемки в том, что незнание есть не только со стороны потребителя, бывает даже незнание и со стороны пчеловодов тоже. Поэтому, конечно же, пчеловодам желательно готовиться и учиться производству более широкого круга, не ограничиваться буквально несколькими продуктами. Это в целом тогда позволит нам улучшить состояние нашей нации.